когда листаешь ленту Инстаграм, все время удивляешься, насколько спортивные и активны тюменцы и жители района. Сегодня по праву красоткой дня. Я бы даже сказал, красотками дня. Можно назвать этих леди. Кто бы мог подумать, что для занятия на пилоне еще и блины носить придется, да? Мужчины масса только в помощь при таких нагрузках. Мне кажется, они опять же вспомнили танец Псай. Все возможно. Некоторое время они протянули блины и как бы... Ну давай перейдем к красавчику дня. Я тоже выбрала сегодня молодого человека... Спортсмена? Да, да, да. Это один из участников МХЛ «Тюменский легион». Юные хоккеисты приняли участие в акции, посвященной безопасности дорожного движения. В знак солидарности с идеями всемирной компании Safe Life Slow Down молодые спортсмены вывезли на лед баннер с хэштегом, как видим, всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Да. А уже в понедельник мы покажем новых красавчиков дня, поэтому присоединяйтесь и выкладывайте свои фото с хэштегом «Красавчик дня».